Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Samsung Galaxy M1 Core изменить время тайм-аута экрана. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел дисплей, затем находим тайм-аут экрана. Можем поменять это время на 15, 30 секунд, 1, 2, 5 или же даже 10 минут. Я поставлю на 2 и вообще буду с этим полностью доволен. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.